В любую погоду и время года, несмотря на мороз, холод и ветер, специалисты энергоуправления решают главную задачу – обеспечивают надежное электроснабжение угледобывающих предприятий компании СОЭК. Сегодня доля пропуска электрической энергии собственным потребителям составляет 65% от общего приема в сеть и 35% прочим предприятиям, куда входят котельные, промышленные предприятия, производственные, сельскохозяйственные потребители, предприятия хлебопечения и электротранспорта. Сибирская угольная электрическая компания уделяет большое внимание модернизации оборудования вашего предприятия. За последние годы сумма инвестиций составила около 40 миллионов рублей. Благодаря внедрению передовых технологий, энергоуправление получило доступ к закупке электроэнергии на оптовом рынке по более выгодным ценам. С каждым годом увеличиваются не только объемы оказываемых услуг, но совершенствуется вся энергосистема предприятия. Растет количество высоковольтных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и объектов генерации. Модернизируются и обновляются энергоблоки, реализуются новые проекты. Сегодня энергоуправление – это производственная единица, входящая в компанию «СОЭК Кузбасс». На обслуживании у нас более 35 подстанций, начиная от уровня 6 кВт, заканчивая 220, что появилось не так давно. Вот, это сети, воздушные и кабельные, то есть и наши же распределительные пункты, которые сегодня тоже в нашей зоне ответственности. С каждым шагом мы набираем объемы, то есть постепенно идет передача электроустановок от шахт к нам. То есть политика компании, политика нашего руководства, что поверхностные сети должны быть в одних руках, и они должны обслуживаться энергоуправлением. На состоявшемся в Центральном дворце культуры торжественном собрании были отмечены лучшие работники отрасли. В том числе 4 сотрудника получили благодарность Министерства энергетики. 11 человек отмечены корпоративными наградами компании «СОЭК» и «СОЭК Кузбасс». Также ряд сотрудников получила областные и городские награды. В общей сложности в юбилей предприятия награждены 45 человек. К поздравлениям также присоединились руководители всех угледобывающих и сервисных предприятий компании. Кроме того, от руководства «СОЭК Кузбасс» директору предприятия был вручен сертификат на 200 тысяч рублей на приобретение оборудования. В преддверии праздника Дня энергетика, а также нашего юбилея предприятия 85-летия, хочу поздравить всех работников энергоуправления, ветеранов с трудовым юбилеем, пожелать крепкого здоровья, пожелать стабильной, безаварийной работы, счастья и благополучия. Ну а всех коллег, кто работает в нашей отрасли, с наступающим Днем энергетика и с праздником, с наступающим Новым годом.